Всем привет! На связи Никита Королёв с долгожданным продолжением той темы, которая была поднята в предыдущем материале. Итак, в предыдущей серии нашей Санта-Барбары вы получили ссылку и ознакомились со статьей, которая называется «Одна из самых больших ошибок многих людей». Если вы это не сделали, то обязательно пройдите по ссылке, которая прилагается к данному видео, потратьте всего лишь 5-7 минут своего времени и изучите эту статью. Она читается очень легко, но, по крайней мере, если вы ее прочитаете, вы хоть поймете то, о чем я буду сейчас вам рассказывать, поймете то, о чем будет идти речь. Итак, вкратце, да, о чем эта статья и что, собственно говоря, в ней рассказывается. Естественно, речь шла о финансовой грамотности. То есть, если вы не предприниматель, который может сам себя обеспечить постоянным источником дохода, создавать новые рабочие места, самого себя обеспечивать работой. Если вы не инвестор, обладающий солидным капиталом и хорошим пониманием того, как работают различные инвестиционные инструменты, как работают рынки и не обладающий достаточным капиталом для того, чтобы вкладывать в эти самые инструменты и получать дивиденды, то единственный вариант для вас избежать той неприятной ситуации, которая описана в статье, это, собственно говоря, становиться финансово образованным, обучаться финансовой грамотности и науке того, как вообще работают деньги. Небольшой офф-топ. Наше издательство называется InfoDVD и слоган «Деньги, бизнес, инвестирование». И вот как раз-таки то, о чем я буду говорить, связано с первым словом из этого слогана – деньги. Это одна из самых главных тем, которая интересует большинство людей, которая наиболее интересна наверняка вам. Самые догадливые в комментариях, кстати говоря, вот этот материал, к нашему всеобщему удивлению, буквально за несколько часов стал самым комментируемым вообще на нашем сайте. Больше всего комментариев оставлено именно к этой статье, что еще раз подчеркивает то, что данная тема интересна и актуальна. Так вот, самые догадливые люди, они в комментариях уже недовольно цокнули и сказали, что вот сейчас опять Никита Королев и InfoDVD начнут что-то нам рекламировать. Да, действительно, в данном видео я вам расскажу о том проекте, который мы готовили с января 2010 года совместно с экспертом в области личных финансов и планировали его запустить в марте, но вот получается, только в июне он будет запущен, и вам, как подписчику, естественно, одним из первых инсайдерской информации об этом проекте, об этом релизе, все подробности, и в том числе подробности, касающиеся непосредственно продукта. Никакой тайны в этом нету, и я даже сделал небольшую зацепку, то есть вот в этой статье, если вы обратите внимание, здесь размещена какая-то непонятная картинка, но самые, скажем так, глазастые могли разглядеть здесь контуры как раз-таки того диска, того продукта, который мы для вас подготовили. Ну что ж, продукт называется «Киберсант Финансист». Это авторский видеокурс Александра Евстигнеева. И, наверное, я начну как раз-таки с того, что познакомлю вас с автором. Знакомьтесь, Александр Евстигнеев, финансовый консультант, тренер финансового успеха из Москвы. Саша действительно эксперт в своей области. Он проводит множество тренингов, множество семинаров. Мне самому стоит у него поучиться той энергичности и той продуктивности, с которой он работает. У него есть личный блог evstigneev.com, куда вы можете зайти и более плотно познакомиться с автором, еще раз убедиться в его компетенции. Постоянно Саша какие-то тренинги проводит, какие-то вебинары, какие-то семинары, и поэтому я жутко рад, что нам удалось скооперироваться и создать некий совместный продукт по очень-очень-очень актуальной теме, по управлению личными финансами. И, кстати, не хочу как бы заранее обещать, но я постараюсь успеть до конца этой недели, то есть в пятницу или в субботу, взять у Саши интервью, созвониться с ним, записать это и, естественно, вам предоставить, чтобы вы еще лучше познакомились с автором «Киберсант-финансиста» и еще лучше узнали то, о чем он говорит. То есть, естественно, мы какие-нибудь полезные советы вам дадим. Почему я говорю, что Александр Евстигнеев эксперт в своей области и почему его нужно слушать? Дело в том, что этот человек сам наглядный пример того, как можно круто изменить свою жизнь и избежать той неприятной ситуации, которая как раз-таки описана вот в той вот самой статье «Одна из самых больших ошибок многих людей». То есть здесь как раз-таки описывается тот стандартный, шаблонный, скажем так, путь, который нам всем
предполагается пройти в нашем социуме, да, и который в принципе не приводит к достижению тех самых финансовых и материальных целей к концу жизни, о которых мы с вами все мечтаем или мечтали в юности и молодом возрасте, да. Вот Александр живет, как я говорил, в Москве. Он в свое время работал по найму, получал достаточно приличную зарплату, которой хватало для того, чтобы обеспечивать себя и свою семью, но в какой-то момент понял, что вне зависимости от того, как растет его зарплата и сколько он получает, все равно расходы растут соизмеримо доходом, и все равно не получается как раз-таки достигать собственных финансовых целей. Поэтому он заинтересовался этой темой и всего за несколько лет стал экспертом в этой области, да таким, что сам консультирует людей, причем на платной основе, причем там не несколько людей, а проводит на самом деле достаточно популярные тренинги и курсы. Впрочем, обо всем об этом я постараюсь у него разузнать в интервью, и вы получите информацию, что называется, из первых уст. Сейчас же давайте вернемся к тому диску «Киберсан-финансист», и я расскажу немножко о нем. Вот так вот он выглядит, то есть это как раз-таки обложка. Я говорил, что Саша проводит много тренингов, в том числе в интернете. Он проводит различные вебинары, записывает различные мастер-классы, и вот как раз-таки видеокурс «Киберсан-финансист» – это вот квинтэссенция всего его опыта, в том числе в сфере образования. То есть это как раз-таки выжимка того лучшего, что вот, к чему он пришел в сфере образования и обучения личным финансам за те годы, которые занимается как раз-таки этим на профессиональной основе. Видеокурс достаточно нестандартный. То есть это не какой-то гигантский там многочасовой курс, который вы купите и положите себе на полку. Вдумайтесь, здесь всего лишь 6 видеоуроков. 6 видеоуроков. Основной модуль включает в себя всего лишь 4 с небольшим часа. То есть как раз-таки программа составлена так, что эти 6 видеоуроков смотрятся за неделю, в день по уроку, да? Но при этом это не значит, что просто курс такой базовый, неглубокий и, ну, просто ни о чем, да, как бы общие рекомендации, там, экономьте, я не знаю, запишите себе свои цели, рассчитайте, сколько вам нужно денег для этого и копите, копите, копите. Естественно, это все бред, и за такую информацию мы не продаем. Здесь именно те уникальные советы, которые собраны Александром в ходе его личной работы, в ходе его обучения и в ходе обучения им, своих учеников. То есть это реально работающие на практике вещи. Те самые секреты преуспевания, которые, как я уже заикнулся в статье, знают 5 людей, 5% людей, которые как раз-таки и успешны. Давайте запустим основное меню диска. Вот так вот оно выглядит, все выполнено в едином общем фирменном стиле. И пройдемся кратко по нему. Как вы видите, 4 основных раздела. Вступление – это живое видеообращение от Саши. То есть вы кликаете, сразу всплывает видеообращение, где Саша живым голосом рассказывает вам то, о чем будет данный курс. И сразу же мы видим здесь справа ссылка на рабочую тетрадь в формате PDF. Сейчас я нажму. У нас практически моментально загрузился файл workbookintro.pdf. А это как раз-таки рабочая тетрадь к вводному уроку. То есть мы, хорошо, скажем так, серьезно подошли к данному обучающему курсу и ко всем занятиям добавили рабочие тетради с упражнением, которые вам нужно проделать для того, чтобы закрепить информацию из курса на практике. Потому что одна из самых главных проблем, с которой мы сталкиваемся, то, что люди не применяют на практике ту информацию, которую покупают. И нас это очень сильно огорчает. Мы вот пытаемся всеми силами изменить эту ситуацию, поэтому к данному курсу идут так называемые рабочие тетради с заданиями, которые вы можете распечатать прямо из вот этой вот программы, которая запускает их из диска. Вам ничего дополнительно устанавливать не нужно. Если у вас есть принтер, просто распечатайте эту рабочую тетрадь и после просмотра того или иного урока заполните ее. Далее идет базовый курс, как вы видите, первые шаги вашего антикризисного плана, часть 1 и часть 2. Это, скажем так, основа. То есть основа вообще финансового успеха, основа финансовой грамотности – это умение составлять личный финансовый план. Что такое личный финансовый план? Я думаю, вы слышали этот термин. Это как бы просто список ваших материальных целей, их стоимость, пути достижения, сроки и так далее. То есть это не нечто такое фантастическое, то, что в автоматическом режиме приносит вам достижение. То есть вы там вот просто записали себе финансовый план «хочу там золотой майбах», да, и продолжаете зарабатывать свои
2 рубля в месяц, на завтра получаете этот майбах. Естественно, это не так. Личный финансовый план составляется с учетом ваших доходов, с учетом ваших расходов, с учетом вашей текущей материальной ситуации, вашего текущего материального положения. И вот как раз-таки умение составлять личный финансовый план, оно и определяет то, насколько вы успешны в жизни в финансовом плане. Потому что можно зарабатывать очень много, но все равно чувствовать себя несчастным, потому что ну вот, не хватает чего-то в жизни. Можно зарабатывать достаточно скромно и даже мало, но все равно достигать тех целей, которые вы себе поставили. И это делается исключительно благодаря составлению личного финансового плана. Здесь, как вы видите, он называется антикризисный план, потому что, как я уже сказал, курс записывался в начале этого года, скажем так, с поправками на кризис, поэтому план называется антикризисный, но в своей сути это именно личный финансовый план. Две части, просмотрев которые, вы будете знать все о том, как составляются правильные личные финансовые планы, какие ошибки нельзя допустить при составлении личного финансового плана, зачем вам это нужно, ну и, соответственно, как это сделать. Дальше идет основной модуль. 4 видеоурока, не считая вступительных приветствий каждому из них, и каждому из уроков прилагается рабочая тетрадь. Основной модуль называется «Как превратить свои расходы в доходы». То есть это непосредственно так тренинги Александра называются, и так мы назвали этот модуль. Это название отражает суть. То есть большинство из нас только тратит, тратит, тратит и получает исключительно доход из одного источника в виде там зарплаты, вот, и при этом не создает множественных источников дохода, поэтому получается, что все наши пассивы, все наши расходы, они питаются за счет одного источника дохода. Это, естественно, неправильно, эту ситуацию нужно исправлять, и как раз-таки просмотрев вот эти вот 4 видеоурока и обязательно проработав эти материалы с помощью рабочих тетрадей, как видите, каждому из уроков прилагается своя отдельная рабочая тетрадь, вы исправите эту ситуацию. Что касается рабочих тетрадей, я также хотел сказать, что, ну, вы видели, они красиво оформлены в фирменном стиле киберсант-финансиста. Но я скажу вам честно, что эти рабочие тетради мы делали достаточно долго. То есть мы, как я уже сказал, Саша эксперт в своей области, и записать скринкаст, записать видео для него проблем не составляет по той теме, в которой он хорошо ориентируется. Но что касается рабочей тетради, ее составить было достаточно сложно, потому что это вот непосредственно практика. То есть те задания, которые вы должны выполнить, и вот их выполнение приведет к желаемому результату. Да? Вот, поэтому мы достаточно долго думали, долго различные варианты рассматривали, как составить эти рабочие тетради, что в них должно войти, что не должно войти, и в какой последовательности, как это все удобно оформить, чтобы вам было достаточно просто распечатать, и вы могли заполнять, при этом пошаговое заполнение приводило к вас результату. Поэтому эти рабочие тетради, они создавались даже дольше, чем основной обучающий курс. Вы их получаете бесплатно вместе с курсом Киберсант-финансист. Ну и дальше дополнительный раздел. Это еще не бонусы. К диску идут дополнительные бонусы, о которых чуть позже. Дополнительный раздел – это аудиотренинг «Как зарабатывать больше». Он достаточно короткий, 20 минут. И поскольку это дополнительный раздел, это не основной, здесь даны просто вот идеи, да, потому что, ну, мы с вами находимся в разных ситуациях, да, возможно, вы работаете по найму, возможно, вы фрилансер, возможно, вы бизнесмен, возможно, вообще безработный, да, возможно, вы там, вас там содержит кто-то еще, неважно, да, в любом случае, основная задача ваша для того, чтобы быстрее, еще раз повторяю, достигнуть своих финансовых целей, это увеличивать свой доход, увеличивать свои, прибыли, вот, ну, и поскольку все мы с вами находимся в разных условиях, да, пути для этого могут быть разные, поэтому данное аудио, оно такое скорее вводное, скорее базовое, которое просто показывает пути, по которым можно достигнуть как раз-таки успеха. Чуть справа, правее вы видите ссылку, кликнув по которой откроется как раз-таки папка с MP3 файлом, вы можете его закачать в свой iPod, iPhone или iPad или любой другой плеер и прослушивать там. И опять-таки рабочая тетрадь прилагается к данной аудиозаписи. Нажимаете, открываете PDF файл, распечатываете, заполняете, все, вы уже эту информацию прошли на практике. И еще один дополнительный материал – это 7-дневный интернет-тренинг по личным финансам, который Александр в свое время проводил, потом продавал. Сейчас мы по условиям контракта сняли его с продажи, но в качестве бонуса этот продукт, полноценный обучающий курс, 7-дневный. Люди проходили в формате живого семинара.
в режиме онлайн, в интернете, вы получаете это все бесплатно. 7 уроков, опять же, вы можете все эти 7 уроков залить себе в плеер, либо прослушивать прямо из основного меню диска. Вот, скажем, запускаем второй день. И я рад вас приветствовать. Ну и пошло воспроизведение, не будем сейчас, как говорится, слушать. И прилагается, конечно же, к интернет-тренингу рабочая тетрадь. Справа в меню в диске бонусы, о них ничего говорить не буду. Прочитайте в свое время в рекламном тексте. Ну и дальше стандартные ссылки на другие продукты издательства, ссылка, чтобы оставить отзыв, ссылка на сайт поддержки, а также наш e-mail адрес. Вот так вот выглядит основное меню диска «Киберсант Финансист». Такие разделы в него вошли. Я еще раз просто повторю вам, что это квинтэссенция всего того опыта, который Александр Евстигнеев наработал, именно работая в качестве финансового консультанта, то есть консультируя людей по вопросам личных финансов. Сейчас давайте поговорим об условиях, то есть о том, когда этот продукт поступит в продажу и какие будут его условия. Итак, релиз продукта в следующий понедельник, 7 июня. Это очень-очень скоро. Продажи начнутся на сайте finance.infodvd.ru. Сейчас уже вы можете зайти на этот сайт, ввести свои данные в форму и подписаться на рассылку. Если вы это сделаете, то как раз-таки в день релиза получите уведомление о том, что продажи стартовали. Почему вам нужно это получить уведомление? Потому что, как всегда, те, кто заказывают первыми, получают дополнительные бонусы, получают дополнительные уникальные подарки, о которых я тоже сейчас расскажу. На этом же сайте finance.infodvd.ru вы можете увидеть форму обратного, вернее, счетчик обратного отсчета, где как раз-таки сказано, сколько же дней осталось до релиза. Итак, цена курса составляет 2710 рублей, то есть это чуть меньше, чем $100. На самом деле это достаточно высокая цена для просто обучающего курса на DVD, но вот что касается конкретно данной темы, темы личных финансов, то это очень низкая цена. Я сейчас не лукавлю, и как раз, когда начнутся продажи, вы сможете на непосредственно сайте finance.infodvd.ru увидеть скриншоты других финансовых консультантов или других тренингов по финансовому успеху, или других тренингов по тому, как составлять личный финансовый план, и там у всех у них цены выше. Вы можете не дожидаться сейчас моего письма, можете не дожидаться релиза, поискать через Яндекс информацию как раз-таки на эту тему и убедиться в том, что действительно информации вот качественной на эту тему и по такой цене нету. Но при этом первые 150 клиентов получают стандартную 10% скидку. И цена для них будет составлять 2440 рублей. Сколько продержится эта скидка, я сказать не могу. Я не буду сейчас вам говорить, что у нас спрос превышает предложение, потому что я не знаю, какой спрос на этот диск. Вы первым из них, из вообще всех людей, узнаете о том, что этот продукт готовится. Это первое, первый ранний анонс данного продукта. Да? Но я вам, во-первых, скажу, что как бы результаты последних наших релизов. Прошлой весной Киберсант-партнер за 2500 рублей, не считая скидки, было заказано более 200 копий за первые сутки. После этого был релиз курса Киберсант-оборона, нишевый продукт по безопасности, и более 100 заказов за первые сутки мы получили на него по цене 2990 рублей. Совсем недавно, в мае, был релиз курса JavaScript, который стоил 2350, по-моему, рублей, не считая скидки, и там чуть более чем за сутки 150 копий у нас выкупили. Что касается Киберсант-финансиста, тема, как вы сами видите, горячая, комментариев поступает много, она на самом деле злободневная, особенно для нас, для жителей бывшего как бы Советского Союза, для жителей стран СНГ, потому что у нас как раз-таки с финансовой грамотностью в стране очень плохо. Практически никто не разбирается в том, как правильно управлять личными финансами. Я в этом смысле очень отрицательный пример. Я тоже бездумно распоряжаюсь своими деньгами и поэтому с удовольствием сейчас изучаю курс Киберсант-финансист. И очень рад, что мы как раз-таки будем продавать данный продукт, потому что это тема, которую реально хочется донести до людей, которую реально хочется, чтобы люди применяли на практике. Итак, цена для вас, если вы в понедельник 7 июня заказываете, будет составлять всего лишь 2440 рублей. Это совсем небольшая сумма. Вдумайтесь, сколько вы в день тратите на всякие бесполезные вещи и
вы поймете, что это действительно не такая большая сумма за реально полезную и практическую информацию. Кроме того, первые 150 клиентов получат запись совершенно свежего и уникального вебинара, который Александр Евстигнеев недавно проводил для клиентов компании «Акинцев и партнеры». И сейчас этот вебинар будет продаваться на сайте akintsev.com. Не могу сказать, сколько он будет стоить. По продолжительности примерно 1,5-2 часа. Тема о том, как превратить свои расходы в свои доходы, то есть то самое наука управления личными финансами. Вы получаете данный вебинар бесплатно. Все остальные за него платят, покупают на сайте Акинцева. Вы получаете его бесплатно вместе с курсом «Киберсант-финансист». И, наконец, пожалуй, самый ценный бонус для первых 150 клиентов – это право на участие в специальном закрытом вебинаре, который Александр Евстигнеев проведет эксклюзивно для клиентов Киберсант-финансиста. А как это будет выглядеть? Через месяц после покупки, то есть ориентировочно 7 июля плюс-минус несколько дней, вы получите письмо с предложением как раз-таки принять участие в закрытом вебинаре. Это письмо получат только первые 150 покупателей. Почему только первые 150? Потому что на этом вебинаре Александр будет отвечать на вопросы клиентов. А почему спустя месяц? Потому что как раз-таки за месяц до вас дойдет диск, и вы его изучите. Как я уже сказал, на изучение вам достаточно 1 недели. Вот. Поэтому 2 недели даем на доставку, неделю на изучение, неделя запаса и дальше вебинар, на котором вы сможете лично Александру с помощью чата задать вопрос, либо вопросы, которые у вас возникли, поделиться своими успехами, поделиться своими неудачами, узнать что-то новое, пообщаться просто с автором. Вот как раз-таки все это вы сможете, получите ответы на свои вопросы, но только если вы окажетесь в числе первых 150 клиентов. Я начал вам приводить статистику предыдущих наших релизов, но забыл упомянуть, что этот продукт он будет запущен в понедельник, и в его релизе примет участие достаточно большое количество известных интернет-предпринимателей. То есть мы договорились, я не буду сейчас называть фамилии, но мы договорились о том, что релиз поддержат достаточно известные предприниматели с большими подписными базами, поэтому вы можете быть уверены в том, что о данном продукте в день его старта, 7 июня в понедельник, узнает очень большое количество людей. То есть если не считать наши рассылки, где там общий тираж рассылок приближается, боюсь соврать, но вот так, если грубо считать, к 100 тысячам подписчиков. Да? Кроме этого, о релизе узнают подписчики других предпринимателей, которые тоже уже получили данный курс, уже изучили его, даже предоставили свои отзывы некоторые из них. Так что, как говорится, времени будет совсем немного, и время на раздумье есть только сейчас. Итак, релиз 7 июня. Цена для вас, если вы будете первым из 150, вернее, одним из первых 150 клиентов, а у вас есть все шансы попасть в это число, всего лишь 2440 рублей. Бонусом получаете все те бонусы, все те дополнительные материалы, которые идут в стандартном комплекте. Бонусом получаете запись вебинара, которая будет в скором времени продаваться на совершенно другом сайте. Получаете ее бесплатно. И, наконец, получаете бонусом право на участие в закрытом вебинаре для клиентов. Я думаю, что это достаточно выгодная и справедливая сделка. Ну и в заключение, поскольку это как раз продолжение, я позволю себе ответить на некоторые из комментариев, которые пришли как раз-таки в ответ на мою статью. Вернее, не на мою, а на нашу статью. Не я ее один писал. Одна из самых больших ошибок многих людей. То есть, поскольку это вторая часть, логично здесь как раз-таки объяснить, что же произошло в первой. Мы опубликовали практически все комментарии, даже негативные. То есть у нас модерация достаточно мягкая. Если там нету мата и очевидного оскорбления, то мы публикуем эти комментарии. Вы сами можете на сайте посмотреть, что там люди понаписали. Итак, один из самых частых вообще комментариев был то, что это все идеи Киосаки. И, наверное, те, кто комментировали, правы. Я скажу честно, уже не помню, когда последний раз читал Киосаки, наверное, 2 или 3 года назад, но мужик действительно правильные вещи пишет. И то, что вы находите подтверждение его идеям в наших материалах, только подтверждает то, что это на самом деле так, это на самом деле правда, и дела обстоят именно так. Также один из самых частых комментариев был: уважаемое издательство InfoDVD, вы пишете, что нужно делать, но не пишете как.
Вот. И да, действительно, мы пишем, что нужно делать, но не пишем как, потому что как это как раз-таки ответ на вопрос как, это как раз-таки привилегия наших обучающих курсов. То есть непосредственно в обучающих платных продуктах рассказывается, как конкретно по шагам нужно делать. Почему это не лежит в бесплатном доступе, я уже не раз объяснял, потому что информация из бесплатного доступа не применяется на практике, она не ценится, ее люди не используют, и она не приносит в конечном счете прибыли. Да? Если же вы покупаете продукт, если же вы платите за него свои деньги, то у вас есть серьезнейшая мотивация использовать информацию, проверить, по крайней мере, информацию с данного продукта на практике. И если вы это делаете, то вы гарантированно получаете результаты. Также люди в комментариях часто жаловались на то, что, ну, Никита, так устроен мир, так было и будет всегда, и ничего ты с этим не поделаешь. Я с этим категорически не согласен. Я считаю, что те, кто себя самостоятельно вот так причисляют к числу, не знаю, там, людей, не способных добиться в этой жизни чего-то большего, ну, скорее всего, их жизнь лишена смысла, и вообще им не стоит читать ни мои публикации, ни мои рассылки, ни вообще какие-либо обучающие материалы по электронной коммерции. Потому что человек, и я в этом глубоко убежден, устроен так, что он хочет и может достигнуть в этой жизни большего. Он может достигнуть успеха. Для этого ему просто нужно захотеть, и второй шаг – действовать, 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 еще раз действовать. Не мир так устроен, что вы вот с рождения обречены на ту ситуацию, которая как раз-таки описана в статье. Вы сами это выбираете, вы сами кузнец своего счастья, творец своего счастья, и не нужно здесь сетовать на то, что мир так устроен, что кому-то в жизни везет, кому-то не везет. Да, есть элемент везения, есть элемент удачи, кому-то больше везет, кому-то меньше, но если захотеть и если двигаться к своей цели, успех гарантирован. Также комментарий был частый, что очень мало людей с творческими способностями, там приводились различные статистики, ну, например, американцы посчитали там, что 95% бизнесов разоряется в течение первых скольки там 3 или 5 лет после начала старта, да? Европейцы посчитали там, что только 14% людей способны к творческой деятельности. Во-первых, это, как я уже сказал, все фигня, да, главное захотеть. Но если брать просто тему личных финансов, то это тут особого творческого подхода не надо. Тут нужно просто знать, что делать, знать, как это делать и делать это. Тут все просто. Это такая же абсолютно простая наука, которую нужно преподавать в школах и в вузах, тем более в экономических, и которая ничуть не сложнее там арифметики какой-нибудь базовой, да, там базовых операций арифметики. Поэтому здесь не нужно думать о том, что ну, я вот не творческий человек, поэтому мне все это недоступно и вообще финансовый успех мне не грозит. Это все неправда. Ну и, наконец, многие люди жаловались на то, что ну, это все теория, а нам хочется больше практики. Как раз-таки практика – это обучающий видеокурс «Киберсан-финансист». Стартуем 7 июня. Не пропустите релиз. Зайдите на сайт finance.infodvd.ru, введите свой e-mail адрес, форму, и вы получите уведомление о релизе первым. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Если хотите, можете оставить комментарий к данному видео в к данному видеоролику. Большое спасибо за внимание, большое спасибо за прослушивание. Постараюсь взять у Александра Евстигнеева интервью и выслать вам его в ближайшее время. С вами был Никита Королев, команда издательства InfoDVD. Всего доброго, пока-пока. Я вже більше нічого не бачу, нічого не чую, я вже не я. Закінчився ще один день, а це значить, ти скоро підеш. І закінчиться моє життя. Чи так буде завжди? Ей, хоч сьогодні йди. Треба, а сили все менше, і ти вже давно не сама. Чи так буде завжди? Ей, а сьогодні не йди.